Мы к вам приехали издалека, чтобы поговорить о великой классической культуре. Тут я смотрю, собрались, правда, ничего не вижу, но я уверен, собрались думающие, одухотворенные люди, видно по глазам. Я думаю, вам не стоит объяснять, кто такой Петр Ильич Чайковский, Пушкин Александр Сергеевич. Вот фонд их совместного творчества, опера «Пиковая дама», мне очень нравится. Вы знаете ли бред, там обрусевший немец Герман просрался деньги в очко. Интересная вот его реакция. Спасибо, спасибо. Сказал слово «просрал» и сразу вот. Интересно, вот у меня есть под ногой аудиофрагмент. Это был плохой аудиофрагмент, но примерно вот в таком стиле мы сделали арию из этой оперы «Пиковая дама», и сейчас хотим представить ее вашему вниманию.